что говорит закон о любительском рыболовстве. Любительское рыболовство регулируется соответствующими нормативными документами. Знание того, что позволено рыболову, а что нет, позволяет проводить время у водоема без опасения вступить в неприятный диалог с инспектором рыбоохраны. Инструкция 1 Вольт России активно обсуждается проект нового закона о любительском рыболовстве, который должен вступить в силу с 1 января 2013 года. Пока закон не вступил в силу, следует руководствоваться действующими нормативными документами. 2. Любительское рыболовство регулируется следующими правовыми документами: Федеральный закон от 10.01.2002 год НСМИРЗ об охране окружающей среды. Федеральный закон от 20.12.2004 год Н-166-З о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов с изменениями от 3 часов 12 минут 2008. Кроме того, во многих регионах действуют местные нормативные акты, определяющие правила рыболовства в конкретных водоемах. 3. Согласно федеральному законодательству, для любительской ловли рыбы не требуется специальных разрешений, не входящих в число оговоренных в самом законе. Разрешение может потребоваться в том случае, если водоем находится в частной собственности или относится к рыбопромысловому участку. Разрешение также необходимо для вылова рыбы на участках водоемов, специально предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства. 4. Перечень водных биоресурсов, добыча которых разрешена на том или ином водоеме, устанавливается исполнительным органом власти, осуществляющим регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Запрещен улов рыбы в заповедниках и в период нереста. 5. Любителям разрешено ловить рыбу поплавочными удочками, спиннингами, кружками, жерлицами, не более 5 штук и другими снастями. При условии, если количество крючков на используемых снастях не превышает 10 штук. За сутки разрешается выловить не более 5 килограммов рыбы. Исключением является только поимка крупной рыбы, вес которой превышает указанную норму. 6. Кроме ограничения дневного вылова, есть лимиты на общий улов, с водоема можно вывести не более 2 дневных норм, то есть 10 кг. Здесь тоже есть исключение, вы можете вывести больше рыбы, если речь идет о малоценных породах, таких как уклика, пискарь, ёрш. Разрешен подводный лов рыбы с использованием гарпунных ружей, но есть одно ограничение, нельзя использовать акваланги и другие дыхательные аппараты. 7. Запрещено использование взрывчатых и отравляющих веществ, огнестрельного оружия, острог и других орудий лова, травмирующих рыбу. Само наличие у вас подобных орудий лова вблизи водоема может повлечь привлечение к ответственности. Запрещено строить запруды, использовать петли. За лов рыбы запрещенными снастями налагается штраф, все снасти и улов изымаются. При нанесении водоему значительного ущерба может быть возбуждено уголовное дело.